В Гомеле в преддверии праздника, который отметим ровно через неделю, открыли движение по новому мосту через Сож. Его строительство завершилось буквально накануне. Под слоем асфальта 7 металлических пролетов, их общий вес около 3000 тонн, и это немного. Стальные конструкции гораздо легче железобетонных. При этом мост легко выдержит нагрузку в 100 тонн и, как заверили строители, прослужит не меньше века. Здесь проходит важная транспортная артерия, участок республиканской трассы М8 от границы России до Украины. На время стройки все машины направляли в объезд через город. Мост на самом деле уникальный. Таких мостов в Беларуси нет. Город будет разгружен, вся техника, весь транзитный транспорт сейчас пойдет, будет перестроен на данную трассу. И улицы освободятся, люди будут спать спокойнее. Длина моста 0,5 километра, он стоит на 8 опорах, их тоже строили с нуля. Старт движению на новой переправе дал премьер-министр. Напомню, старый мост на этом участке, он буквально в нескольких метрах, закрыли по аварийным причинам в августе прошлого года. В ближайшее время его демонтируют.